Мы как дизайнеры, мы создаем свою линию, то, как мы видим, да, но это не значит, что человек должен одеваться полностью от макушки до пят в один бренд, да, вот в Шанель, допустим, да, вот от и до, ну, как бы будет пестрить. Или там в Диор этот бесконечно красивый и фантастический, или Дольче Габбана, от которого уже немного оскомину набило, но уже это как моветон одеться с ног до головы в одного дизайнера. Все-таки надо правильно сочетать. Сейчас еще идет активный бум все-таки на нас, на российских дизайнеров. Покупайте российское, импортозамещение. Прекрасно. Это даже многие считают модным, стильным одеваться именно made in Russia, одеваться в своих дизайнеров, потому что у нас действительно много достойных дизайнеров, которые делают качественную одежду по приемлемым ценам. Есть, конечно, и более высокие цены, но тем не менее доступны. И в конце концов свои, что очень гордо одеваться.